Вообще, на самом деле, серьезное впечатление, мне кажется, если можно так сказать, восторге, мне и от подачи, ну, от ребят, от их выразительности и от вообще мысли, идеи, скажем так, от посыла созданного режиссера. А когда шел на спектакль, у тебя было какое-то представление, как это могло бы быть? На какой лад был настроен? Там, на серьезный, там, на... Нейтральный, я вообще не знал, куда я иду. Меня позвал мой друг Женя Анисимов. И, ну, Женя так под большим впечатлением был. Он сегодня пришел второй раз. А, ну, его вкусу я доверяю. Он большой друг, соратник. И, ну, я не знал, куда я иду. А как хореограф, скажи, пожалуйста, вот как там хореография представлена? По-моему, все сделано отлично. Я не знаю, был ли спектакль хореограф, или это ребята, ну, как бы, собственные поиски, потому что, ну, бывают в драматическом театре по-разному, да. Главное, там, не создание каких-то сложных комбинаций, а именно, ну, органика происходящего. Но если есть хореограф, то ему как большой респект. А как бы это определило жанр спектакля? Вот твое личное определение. Ну, драматический. Нет, это безусловно музыкально-драматический спектакль. Да. Но мы просто при минимуме средств, при минимуме декораций и внешних средств выразительности. Все концентрировано вокруг идеи и, ну, оформления, светового, который все достаточно так эстетично, но бьет в цели, мне кажется, что, ну, к этому необходимо стремиться. При минимуме средств, максимум смысла. Спасибо огромное. Ну и личный вопрос. Над чем сейчас работает хореограф Владимир Варнава? Сейчас я работаю над спектаклем «Золушка». Спектакль был показан в Калифорнии, и в каких-то поисках смыслов при минимальном наборе выразительных средств. Мне кажется, что мы в чем-то как бы идем похожими путями. Синдерелла. Да. Но это история про Синдерелла Чинга, про ее выдающуюся жизнь как артистки, составшую мировую славу, и абсолютно невозможности вести счастливую жизнь, будучи человеком. Ну и раздирает любопытство, кто будет танцевать Асидорова. Наташа Осипова будет танцевать Асидорова, а весь остальной каст сейчас в поиске. Будем проводить кастинг, приемки, набирать артистов. Вот. Ну это, конечно, очень серьезное впечатление, друзья. Спасибо ребятам, режиссеру, вообще всей команде, которая принимала участие. Спасибо большое за этот комментарий. Мы желаем тоже удачи в подготовке к премьере и с нетерпением ждем ее. Спасибо. Я желаю, чтобы спектакль посмотрел как можно больше людей. Я думаю, что так и будет после того, как мы, наши зрители увидят вот, твое мнение, наше мнение. Так, это очень важно. Да.